Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове осужден застройщик, похитивший у дольщиков 500 миллионов. Приговор вынесен директору ЖК «Викторию» Владимиру Шабалину. Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2017 годы он, преследуя корыстные цели, не исполнил договорные обязательства перед 160 покупателями. Деньги, полученные от них, а это 550 миллионов рублей, он потратил не на строительство домов, а на другие цели. Речь об объектах на улицах Гороховской 81, Мичуринской 3 и Преображенской 95, которые оказались заморожены, а собственники квартир в них превратились в обманутых дольщиков. В итоге суд признал застройщика виновным. По его решению Шабалин проведет 5 лет в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу. Программа «Экономика». Безработным кировчанам помогают стать бизнесменами. На организацию своего дела жители региона, не имеющие работы, могут получить единовременную выплату в 145,5 тысяч рублей. Это касается кировчан, которые будут регистрироваться не только как ИП, но и как самозанятые. С начала года такую помощь получили 34 кировчанина, а свое дело при помощи службы занятости организовали порядка 400 человек. Также через службу занятости можно пройти обучение основам предпринимательской деятельности или получить профессию для организации своего дела. Экономика на 101 FM. Сейчас информация от наших партнеров. Балтийский лизинг предлагает новым клиентам сниженные авансы в рамках программы «Все входящие свои», которая будет работать до конца 2021 года. Она распространяется на все виды колесной техники: легковые автомобили, легкий коммерческий и грузовой транспорт, спецтехнику. Согласно условиям, новым клиентам доступен аванс от 0%. Решение по заявкам специалисты Балтийского лизинга принимают в день обращения. Положительная кредитная история клиента поможет оперативно заключить сделку на максимально привлекательных условиях. Подать заявку на лизинг авто или спецтехники можно легко и быстро на официальном сайте компании по телефону 8 800 222 0555, а также в мобильном приложении, где можно следить и за этапами ее обработки. И это еще не все удобства для клиентов по сотрудничеству с Балтийским лизингом. Работать с документами клиенты лизинговой компании могут онлайн в системе Диадок. Для клиентов, сотрудничающих с другими операторами электронного документооборота, подключается роуминг. ООО «Балтийский лизинг». Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 74 рубля 60 копеек, евро 83,68. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.